Вона говорить, що подорож – це найкраще, що може статись з будь-якою людиною. Адже подорож не лише надихає, а ще й лікує. Сьогодні в «За ексклюзиві», як завжди, ексклюзивний гість. Директор туристичної агенції MyTravel, а також директор готелю «Дворцовий» Марина Колісник. Вітаю! Доброго дня! Як зручно, Марин, на ти, на ви? На ти. Домовились. Всі знають тебе як невгамовну мандрівницю, дійсно з власною туристичною агенцією. Коли і як виникла ідея працювати саме в цьому напрямку? Саме в туристичному. Начнем з того, що я дійсно невгамовна з дитинства, і мені подобається все міняти. Просто проходиш определенний етап в житті і в бізнесі, і от в один прекрасний момент я говорю: Дім, ми відкриваємо туристичне агентство, тому що мені це дуже подобається. Например, 4 раза в год мне это не устраивает, я хочу быть в этой профессии, хочу ездить больше, знать больше и не просто лежать на пляже, а досконально знать о каждой стране. Это был единственный такой выход из ситуации. Полезная с приятным, то есть полезная, потому что это и прибыльно, и с другой стороны, это профессия, которая мне всегда манила и нравилась. Ты сказала, что наступил такой момент, а что это был за момент? Ну, знаете, приходит такой момент, когда уже все... устаканилось, все стабильно, уже есть муж, 3 детей, есть уже такой бизнес, который действительно зарабатывает, и хочется уже драйва, движа и так далее. Поэтому немножечко захотелось жизни. Зрозуміло, що приємного багато, так, всі професії, нові країни, нові картинки. А що найскладнішого? В даному випадку були дуже складні вот, пару років. Было разных много ситуаций по поводу с отменами каких-то рейсов, с невылетами, вылетами. Сейчас пандемия внесла свои коррективы. У нас было очень много туристов забронированных весной, там около 40 человек. Для них это был шок, но слава богу, у нас все туристы, мы их никогда не подводили, они нам доверились, и мы просто попросили их не забирать деньги и перенести все туры на сентябрь. Но, конечно же, были нюансы, потому что никто этим не был такой ситуации доволен, но так как это кризис всемирный и от нас независящий, поэтому все обошлось, всех перенесли, все хорошо, никто не потерял деньги. Но это то же самое переживание и стресс, потому что ты за каждого в ответе, того, кого ты приручаешь. То есть ты взял деньги, ты должен довести дело до конца. Поэтому, ну, надеюсь, все будет хорошо, все выровняется. А вот, например, для себя особисто, для здоровья, постоянно летать, не вважаешь это шкідливым? Нет, конечно. Смотрите, вы понимаете, вот так как я сказала, приходишь к определенной точке уже. У меня любящий муж, у меня 3 детей. Но это все рутина, которая накапливается, 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 и у тебя выход или погаснуть, и уже все, уже ни к чему не стремится, или вот заниматься любимым делом, и у тебя получается свет в конце туннеля. Я когда куда-то улетаю, я постоянно заряжаюсь новой эмоцией, стараюсь эти позитивные эмоции передать своему детям, мужам и так далее. Это желание жить и наслаждаться жизнью. То есть, наоборот, меня это подстегивает. Творить, жить, не знаю, открывать что-то новое. Коли відкрили агентство, які були ризики для вас? Ой, вы знаете, я постоянно рискую. Для семьи? Для семьи это только финансовое, потому что я говорю: Дима, я хочу открывать, потому что нужно было помещение, во-первых, его нужно было отремонтировать. Слава богу, у нас есть купленное помещение. Нужно было заплатить за франшизу, купить оборудование, взять людей на работу, учитывая то, что у тебя нету ни клиентов, ни опыта, ничего. То есть, хочу сказать честно, первые вот полтора года это был, как обычно, минус в нашей семье. Но если ты не вложишь в себя, то и плюса не будет. Поэтому как и с отелем, так и с туризмом нужно чем-то жертвовать для того, чтобы оно принесло свои плоды. Финансы только. Первый клиент. Помнишь, кто это был? Да, из Киева. Это была моя знакомая, киевлянка, она врач, которая купила у нас Испанию. Помню, Танечка Ткач. А чи бывали такие клиенты, которые были незадоволены, с претензиями? Были, конечно, были клиенты, которые были недовольны. И тоже они мои же знакомые. И ситуация была такая, что хотим лететь в Египет, большая компания, но у нас бюджет $250. Я говорю, нужно немножечко расширить бюджет, потому что это будет, например, четверка, питание будет хуже, номера хуже, территория, немножко дальше море нет. Мы хотим на 250, потому что у нас нет больше денег. Я говорю, ну есть вот из определенных вариантов, ну вот этот лучше. Когда они прилетели, они были, конечно же, недовольны. Но и в итоге они у нас не обслуживаются, они ездят через другое агентство. Но вина была не наша, а вина клиентов, и они теперь сами уже для себя поняли, ну, возможно, они
Обмежили бюджет. Да, но при мне этого не признали, что если ты ограничиваешь себя в бюджете, ну, соответственно, ну, не может быть дешевый сыр только в мышеловке. Вот, поэтому мы уже заранее объясняем клиентам, что вы не получите столько удовольствия, если вы уже хотите отдохнуть, ну, уже собирайте эти денежки год, полетите один раз, ну, так, чтобы вы получили удовольствие. Краще больше. Не количеством, а качеством. Так. А сколько раз в рік ты особисто летаешь? Очень много, я не знаю, 8 до 10 раз. Вот в данный момент я пропустила 4 полета, но сейчас наверстываем. Угу. Вот. Бывает такое, что прилетаю, например, вот как в том году было, прилетаешь с Таиланда, быстренько едешь в Кропивницкий, меняешь вещи, 2 дня дома и опять улетаю в Испанию. Потом даже в аэропорту этот же чемодан берешь и летишь в Италию, вот так вот. Но сейчас налаживается все, и 26 июня уже лечу в Албанию, и по приезду хочу полететь тут же в Турцию. Немножечко mm-hmm. поменяться, потому что сначала я хотела в Турцию, но так как сделали первый информационный тур Альф, благодарю им за это, потому что нам нужно всем показать менеджерам своим примером. Поедьте сами, повезите свою семью, так чтобы туристы не боялись. Вот покажите, как это будет, покажите, что вы не боитесь, и тогда за вами полетят. То есть вот так вот. И нужно показать, чем больше стран сейчас, тем лучше. Вот. Про ці майбутні поїздки ще поговоримо. Да. Яка твоя країна була найулюбленіша, найцікавіша, найефектніша? Таїланд. Азія, да, тому що вона необычна, непривична. Тому що Європа ближче к Україні. Я вважаю, що ми європейці. Може бути, немножко бідніше, але ми нічим не хуже. Абсолютно. І у нас також красиво. У нас все буде добре. А от Азія, вона совершенно кардинально для мене другая. Вона мене удивляє. Вони, звісно, гораздо беднее, чем мы, но они так радуются жизни, они постоянно счастливы, они постоянно улыбаются. Они вообще не конфликтные, они до сих пор верят в духов. Они могут не идти на работу, потому что они, например, говорят, это правда. Звонят директору, я сегодня не приду. Почему? Вы знаете, у меня вселился дух. А я говорю, а как это проверяет директор, вселился ли в них дух? Но он говорит, доверяет. Он говорит, я не могу передать, но доверяет. Все, 2 дня сижу, даже дверь не откроет, у меня вселился дух. Все. Дух вышел. Вышел, я иду на работу. Можно это... Но у нас бы эти манипулирования. А они вот такие вот честные. Вплоть до того, что мне понравилось даже их налогообложение. То есть, если они зарабатывают до 1 000 000 бат, их никто не проверяет. Они налоги не платят, но они такие сознательные. Если они свыше 1 000 000 бат зарабатывают, они идут в налоговую, сами регистрируются. То есть вот эти все ларючки, которые на улице, ничего не платят. То есть честные. Они никогда не начинают конфликт. Вот нам даже говорили, даже если вы будете с ними ругаться, что-то доказывают, они вам пожелают хорошего дня и улыбнутся. Но это правда. Вот они меня этим поразили. Ну, естественно, культура ихняя, и питание другое, и культура, и они очень берегут природу. За каждый там кустик, букашечку. Ну, они, правда, эти букашечки едят тут же, берегут, понял. Но все же, Азия. А с Европы яка країна? О, с Европы, я не знаю. Мне нравится вся Европа. Вы, наверное, знаете, что мы пытались жить недавно тоже в Европе. Мне нравится вся Европа. Не могу выделить какую-то одну страну. Ну, на первом месте вот Швейцария, потому что я тоже жила в Швейцарии. Вы, наверное, этого не знали, нигде не нашли. Не знаю. В Лугано. Вот я, наверное, бы свою старость хотела бы встретить именно там, в Лугано. Потому что там, конечно, скучно. Пока мы молоды, там делать нечего. В принципе, да. Но на старости лет там стабильно, спокойно. И, конечно же, климат. Везде озера, горы, свежий воздух. Вы сказали, что вы там жили. Да. Как вы перед потрапили туда? Да. Ну, я поехала туда, хотела тоже, как обычно, остаться жить, но не получилось, встретила своего мужа. Там? Нет, здесь. А, угу. Как раз перед вылетом нас познакомили с мужем. Вот, я улетела, потом прилетела на Новый год для того, чтобы отметить. Забеременела удачно и решила, что я хочу с ним семью, я хочу детей. И если выбирать комфортную жизнь в Швейцарии или семью и детей, я, конечно же, выбрала семью. И муж меня до сих пор спрашивает, ты вот не жалеешь? Я говорю, нет, конечно, не жалею, потому что я счастлива с тобой. А всего вместе добиваться, например, мы сможем жить с тобой в любой стране. Поэтому вот так вот. А чем занималась в Швейцарии? Обучалась, во-первых, итальянскому языку сначала здесь, потом там. И просто, как в Кракове, мы приехали, пыталась обосноваться, за что-то зацепиться и так далее, найти себе работу. Но так, как бы я же говорю, через год я переехала, поэтому ну, не сложилось пока. Зрозуміло, що період карантину він призупинив багато дуже сфер діяльності, але тим не менш зараз ви летите в Албанію, так? І згодом у липні в Турцію. Так.
А не боїтесь все ж таки ставити під ризик власне здоров'я, перш за все? Ой, хороший вопрос, но нет. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Ну вот как раз и спробуем все на себе. Перелеты, как это все выглядит в аэропорту, как будет это все выглядеть в Албании, прием. И вообще, я не боюсь. А я на який сервіс ви розраховуєте? Як це повинно бути? Я бы хотела, чтобы все было на том же уровне, чтобы клиенты не ощутили никакого дискомфорта, потому что свой уровень никто не захочет понижать. Я думаю, что просто будет больше соблюдена дезинфекция на территории отеля, и на этом будет все. То есть я думаю, что ничего не поменяется абсолютно, и спадет это все на нет буквально месяц-два. Первые клиенты приедут, расслабятся, будут отдыхать, и все будет хорошо. А как же all-inclusive? Будет all-inclusive. Будет. Все и есть, mm-hmm. просто будут больше работать официанты. Лучше будет обслуживать наших клиентов. Клиенты, понимаете, все осознанно, кто-то с чистыми ручками набирает, кто-то с грязными ручками набирает. А так вам будут официанты накладывать просто и всего лишь. Так что на количество и на качество это не отразится, 100%. Все одно не думаете, что зарано еще? Нет, не думаю. Уже пора, совсем пора. Уже хочется отпочивать. Уже хочется отдохнуть. Сколько ж можно уже сидеть в этом замкнутом пространстве? Вы знаете, это как сидишь в золотой клетке. Да, все прекрасно, но я хочу познавать другие миры, страны и так далее. Мне просто закрыли, насильно закрыли. То есть я не боюсь, я хочу лететь. У зв'язку з карантином, чи не збільшилась кількість замовлень на подорожі саме по Україні? Нет. Просчетов, да. Но когда мы начали просчитывать и оглашать цены, потому что наши же клиенты привыкли на определенный уровень, и они хотят Украину, но пятерку, похожую, как в Турции, а это еще дороже. Они говорят, нет, мы тогда подождем, когда будет Турция, там, Греция, Черногория. Тобто Турция дешевше? И вот на этом окончилось. У нас ни один тур никуда никто не забронировал по Украине. У нас опять же забронировали вот Турция, Болгария. Да, они не очень дорогие, они дешевле, чем в том году, угу. но забронировали все равно не Украину. Но Турция дешевше выходит, аніж... Украина? Да, потому что Украину это попробую еще просчитать. То есть, например, Украина это редкие единицы отелей, там, где все включено. Ну вы же знаете, да? У нас завтраки, а потом ты сам себе предоставлен. Ты обсчитать не можешь полностью свой бюджет. А Турция это то, что ты можешь просчитать. Если это $500 на двоих, то это 500, и там все включено. Или 1500. Ви активно ведете соцмережі, Фейсбук, виставляєте себе, відео, прямі ефіри. Це такий спосіб пошуку клієнтів? Ні, це довіра клієнтам. Вони повинні бачити, що ми, чим ми займаємося, коли ми відкрилися, коли ми закрилися, куди ми летимо, що в інших країнах відбувається. Я показую не тільки плюси, я показую мінуси. Ми приїхали в Єгипет, в Шарм і Ріксос. Угу. Я показала, що у них грязно. Если вы хотите такую цену за свой отель, пожалуйста, повыбирайте. И показала там некоторые минусы. То есть вы не думайте, что я только всех нахвалю и рассказываю, что как везде хорошо. Потому что если у вас плохо, подтягивайте немножко уровень, если вы хотите брать такую цену. Поэтому все освещаем. И плюсы, и минусы, где какое побережье, кто где отдыхает, кто гуляет, кто себя скромно ведет, где европейцы, где украинцы. Нашим людям это интересно, потому что не все могут так летать, как я. Они, например, хотят, но они не знают, куда поехать. У каждого же свои требования. Вы знаете, поэтому, мне кажется, это правильный вариант. И всем менеджерам, коллегам рекомендую. Зараз багато клиентов? Я вам хочу сказать так. Запросов много, но 50% ждут, пока я полечу. 50% уже готовы таких отважных лететь. Но клиентов гораздо меньше. Почему? Не из-за того, что они не хотят лететь. Из-за того, что финансово они не готовы. Потому что 4 месяца карантина сказалось на всех. И даже те мои VIP-клиенты, у некоторых такой бизнес, который потерял очень много, они говорят, мы выкарабкаемся и закажем у тебя конец сентября, октябрь, потому что мы сейчас финансово просто не можем, мы влаживаем в свою какую-то отрасль. Для всех важко, зрозуміло. Да. А вот кто из VIP-клиентов из наших кировоградских? Да. Кто? Я не буду озвучивать, потому что это будет некорректно. Я у них не спрашивала разрешения, тем более озвучить промо-фрим. Смотрите, я когда жила в Кракове, научилась одной вещи. Вы же знаете, как я люблю снимать, фотографировать даже людей. Я люблю даже фотографировать людей. Вот, например, в Мюнхене для меня это самая красивая арийская нация – люди. Я их фотографирую, потому что они прям классные дети и так далее. Но в Кракове я столкнулась с тем, что пару раз я сделала фотографии, ко мне подошли и сказали, что мы сейчас вызовем полицию, у вас будут неприятности.
там без разрешения ты не имеешь права никого в кадр просто сфотографировать, не озвучить ни единой фамилии. То есть это правильно, это конфиденциально и так далее. То есть у них чётко этому я научилась. Это у нас можно, я понеслась, снимаю весь Кировоград и так, так далее. Так, нам гостя надала дозвіл на зйомки. Да-да-да, я надала дозвіл, но озвучивать своих клиентов VIP мы не будем, потому что... Потому. Політика така. Так. А готель... На Дворцовій, Дворцовий, так. Ваш готель, так. Дивлячись на те, що Кропивницький є не таким, скажімо, інвестиційно привабливим містом, наприклад, як там Одеса, так, Київ. Чому ви вирішили саме такий бізнес започаткувати? Смотрите, ми відкрили його в 2007 году. На той момент були готелі там Європа-Київ. В принципі, ми були первооткрывателем, тому що потім вже відкрились там інші готелі, не буду озвучувати, да? Сначала мы начали выкупать здание, сначала у нас была мысль, идея сделать. Нам тоже все говорили, ну это же утопия, это же не курортный город, тут же нету ни моря, ни озер и так далее. Я говорю, мы воспользуемся только тем, что это центр города, у нас хорошая локация, и мы будем все равно это делать. То есть на пролом. Мне всегда, когда говорят нет, то это да, 100%. Я думаю, ну, я сделаю это, как, чего бы мне это ни стоило. Конечно же, хочу добавить, что ну, я не дочь богатых родителей, у меня совершенно обыкновенные родители. Мы взяли 5 кредитов. 5 кредитов. Но мы на что-то рассчитывали. В 2007 году был еще доллар у нас по 5, получается. И мы, нам дали только в долларах. И получается, сумма была очень большая. Мы себе сделали проект. Вообще это должно быть на 2,5 этажа, в австрийском стиле, на углу часы напротив парка. Все красиво, все это есть. Но тут через пару лет у нас кризис. И мы платим уже не 5, а 25. Соответственно, у нас прекрасно процветает отель, только мы не смогли подняться, расшириться, развиваться в нашем Кропивницком, к сожалению. Вот единственное что. А так только плюсы. Минус только то, что мы ничего не сможем сделать, потому что сначала доллар повысился, потом 2014-я революция, теперь сейчас этот кризис. То есть, понимаете, нам не дают... Я думаю, что если бы мы открыли этот отель в Европе, мы уже подкрыли их 5, наверное. Или Канада, или Америка, понимаете? Потому что есть поддержка, еще процентные ставки минимальные, и поддержка государства. То есть единственное, что... А так все супер. А зараз вы уже закрыли кредит? Чи ні? Честно вам скажу, еще остался у нас малюсенький хвостик. Нам очень это тяжело дается. Вы же думаете, откуда они закрываются? Они же не лежат в чемодане, их надо заработать. А учитывая, вот видите, 4 месяца мы были закрыты. Как же мы можем это все осилить? Потому что, смотрите, штат же у нас остался, мы его оплачиваем. И туристическое агентство тоже не приносит, мы тоже это все оплачиваем. Содержим, никаких же льгот нету. Свет, газ, вода, потому что это было в холодный период, оплачиваем. То есть не все так просто, это все взаимосвязано. Видите, вот кризисы, на нас они отражаются также. А як починав свою роботу цей готель? Перший клієнт, пам'ятаєте? Да, я помню перші клієнти, перші гості. Помню, як ми рекламували. Це було через Booking.com, тому що нас ніхто не знав. Хочу сказати більше. Ми працювали взагалі практично самі. У нас був один адміністратор, і ми всією сім'єю, хто як мог, там чистер, драйл, мил і так далі. Я теж в цьому участвувала. Тому що ми навіть не могли себе дозволити там, на горничних, на адміністраторів лишніх. Тому що ми тільки розвивались, і у нас був там 1-3 клієнта в неділю. Вот. І буквально год или полтора, по-моєму, і потім от ця програма з Фреймут, Оля. Ревізор. Да, ревизору. И о нас узнала вся Украина. И тогда начался большой поток доверия и так далее и тому подобное. И даже когда она у нас забрала эту награду, все равно я всегда, у меня по жизни такой девиз, кстати, слушатели, запомните. Как бы о вас ни говорили, хорошо или плохо, значит, вы всем все равно интересны. Даже если о вас плохо говорят, значит, вы просто про интересны. Про вас говорят. Про вас говорят. Это супер реклама. Поэтому... Той момент, коли Фреймут завітала до вас вперше, ви не запрошували? Ні, звісно. Мало того, я навіть не знала, що це. Я Аню Жижу знаю з дитинства. Мені дуже подобається Таня, її мама. Для мене вона взагалі красавиця, авторитет і так далі. І коли вже нас пригласили, я навіть не знаю, дадуть ли нам награду, не дадуть, просто пригласили. Ну всі такі стоять в образі. Я думаю, ну це 100% не дадуть. Ми ж міні-отель, що у нас там пару номерів і так далі. И смотрю в коридоре Ани Жижа, говорю, Ань, а ты что здесь делаешь? Она говорит, а это мой проект. То есть я даже не знала, чей это проект. И, конечно же, нам дали, все было хорошо, как бы. Нет, это не запланировано было. С Жижей домовились? Нет, конечно, нет, абсолютно. Я ее долгое время не видела, я вот видела в коридоре тогда на съемках, ни в коем случае. Але после этой таблички вас значно
Більше в 100 раз більше. Тому що, бачите, реклама – двигатель прогресу. От, ребята, у кого свій бізнес, я вам рекомендую. Є телеканал «Вітер». Приходіть на цей телеканал, рекламуйте себе. Вас повинні бачити не просто ваші візитки, а живого людина, живе спілкування. Хто ви, що ви? Просто себе рекламуйте, буде все добре. Кого із зірок приймали? Ой, ну, почнемо з того, що і філармонія, спасибо їм большое. І театр Кропивницького, їм теж спасибо большое. Вони все населили. Ну, ведущая ранковой там кавы, не Притула, а вот второй, который там... Педан. Педан, Сумская, Писанка. Светлаев, так, здається. Да, Тина Карла со своим бывшим мужем. Ну, короче, очень-очень много. Мне говорят, а что ты не фотографируешь, не выставляешь? Опять же, это же конфиденциально. Вдруг им не хочется, чтобы в нашем отеле там были их фотографии. Тогда за конфиденциальность. Кто здесь был? Представьте, если мы каждого клиента фотографировали. Нет. Были, все ушло, забыли. А чим більше до вподоби займатися, все ж таки готельним бізнесом чи туристичним? Ну, я вам дам такий совет. Значить, яйця потрібно носити в різних корзинах. То, що подобається, це одно, це туризм, це те, що для душі. Ну, ти ж цим не заробляєш все одно себе багато грошей. Ти себе можеш заробляти для своєї сім'ї на путешествия. Це хобі більше, називаємо це так. А отель – це те, що приносить твоїй сім'ї гроші. Вот так от. А що було до цих справ? Чим ви займались? До отеля був салон. Який? Тому що красоти. Було 13 кабінетів. Угу. Солярій, масаж, парикмахери, мастера манікюра. А який салон? А і ще і этот тренажерний зал там же був. Ми поки ремонтували, це все розстраювали, делали. Перед тим, як був отель Дворцовий, був салон. А, же. Тобто на тому, да, що... Так, поки ми все ремонтували для того, щоб воно приносило все одно доходи, щоб було з чого жити і так далі. Тобто ми не... Так, ви його зараз прибрали? Чи... Уже давним-давно, да. А чому його прибрали? Не пішло? Ну, ні, не то, що не пішло. Все пішло, просто мені неінтересно вже було цим займатися. Нужно вже було виходити на другий рівень і щось міняти нове. Так, як ви говорите, постійно потрібно йти в ногу з часом, щось міняти. Це правда, що ви працювали перукарем? Я теж, да, я теж працювала і горничною, і парикмахером, всім, ким тільки угодно. Потому что хочу вам сказать одно, что если вы не будете работать, у вас ничего не будет. Если вы накрасите в себе ногти, оденете платье, будете сидеть и ждать принца на белом коне, такого не существует. Ничего не выйдет. Ничего не выйдет, потому что мы с мужем на равных, мы хорошие друзья, мы хорошие партнеры, и мы знаем прекрасно, и хорошие родители, надеюсь, и знаем прекрасно, что нужно очень-очень тяжело работать, закатывать рукава и работать. С утра встаем утром, и у нас определенный план. То есть не получится ничего не делать, это 100%. Не бывает сказки. Если кто-то мне видит, что я такая хожу красивая, думает, ой, наверное, сидит там, шампанское пьет, хотя я не пью, и смотрит там всякие это сериалы. Нет, конечно же. Вы начали перелічувати горнично. Потому что мы когда открыли отель, у нас не было такой возможности. И поэтому я просто убирала, и ничего, корона с меня не спала. А кем еще працювали? Та ніким, в принципі. Життя ж не так длина. Може бути, я ще буду, щось поміняю в своїй житті, да, але поки вже достатньо і так. А перукарем подобалось працювати? Так, да, я люблю все, що я робила. Я це робила професіонально. У мене багато було майстер-класів, семінарів, самих дорогих, які тільки були в Україні і так далі. Ну, прийшов етап, що це вже в юношестве, как бы, да, приходит этап зрелости, когда у тебя появляются дети, тебе уже неинтересно, например, да, даже сейчас моя дочка Изабелла, она переходит в 11 класс. Спасибо большое. Я говорю, Изабелка, мы тебе деньги не будем давать, мы можем в тебя заинвестировать, ты пойдешь к Наташе Городовой, кстати, очень хороший преподаватель, мастер маникюра, ты у нее отучишься, и будешь сама себе зарабатывать. Пока ты будешь учиться, будешь подрабатывать девочкам каким-то, делать маникюр. И у тебя будут деньги и на кроссовочки, и на футболку и так далее. Потому что дай удочку, пускай они сами ловят. Они должны попробовать, как это тяжело на самом деле. Вы согласны? Дуже погоджуюсь. Мені поэтому она отучилась и сейчас делает, подрабатывает уже. Сделает и Дима кабинет, сейчас вот окончит через неделю. Она еще придумала Лизу черную, которая брови отучилась делать. И вот попробуйте слепить свой бизнес. Попробуйте хоть копейку заработать. Тобто ви допомагаєте інвестувати? Інвестувати, да. А ти попробуй вот это все тоже раскрутить, хорошо сделать, так, щоб к тебе вернулись. С малого. Вот так, как я начинала. Хто в нас в Кропивницькому, коли ви працювали перукарем, був найприскіпливішим клієнтом? Да ніхто. Всі хороші. Просто, якщо ти професіонал, то нету таких от претензій к тебе. Якщо все хорошо, то все хорошо. Не було нікого такого. А багато, можливо, політиків, не знаю, публічних наших людей у вас обслуговувалось?
Слушайте, вот проходит какой-то период времени, у меня столько эмоций и событий каждый день, что я даже на этом просто не зациклююсь и даже не вспоминаю. Все прошло время, мы это просто двинули. Це частина також вашого життя, хочеться да. і про це також. Ну, оно такое бурное, что... Навчалась на кого? Отели, рестораны и туристика. Угу. Да, именно по делу, потому что, ну, вы знаете, я хочу сказать честно, не хочу никого не обидеть, но я бы могла сама преподавать и отельные рестораны, и туризм. Вот сейчас я понимаю, что... Не знаю. Я хотела бы, чтобы у наших детей было немножко лучшее образование, потому что я пошла туда осознанно уже за знаниями. Я думала, что там что-то вау, откроют. Нет. А где навчалась? Нашего мастерства та культуры. Угу. В Киеве. На заочно, потому что, понятно, трое детей, я не могла там находиться нон-стоп. Угу. Но чудо не произошло такого. Просто есть корочка вот есть. Но практика в бизнесе в своем – это самое лучшее обучение. Перші гроші. Які були? Тяжелые. 14 лет. Как сейчас помню, отправлял Игорь Ермаков. Тоже молодец он. Автобусы в Польшу. Вот ездили все наши знакомые. Родители нам давали какие-то чашки, ложки, кружки и так далее в Польшу. Мы там продавали, привозили себе вещи. Родителям мы деньги не привозили, но мы что-то покупали джинсы. Себе. Джинсы, футболки и так далее. Тяжело было с этими рюкзаками. Потом... Я придумала себе бизнес, потому что хочется же денег заработать. А родители говорят, ну давай работай. Это вообще был, никто бы и не подумал. Я говорю, у меня есть тетя и дядя, которых я обожаю. Хорошие они ребята. Я говорю, дядя Юр, нужно как-то заработать побольше. Давайте, говорю, вот у меня есть определенная сумма денег. Мне было, как моей дочери старше, там 17 лет, наверное, очень молодая. Давайте, говорю, что-то купим и что-то продадим. Он говорит, Марина, ну я ничего не знаю, я занимаюсь овощами, можем только вложить это в овощи. Понимаете, даже этим занимались. И мы ездили в Херсон, продавали овощи, наверное, год. И тоже на этом зарабатывали. То-то вклали каких-то 300, по 300 долларов на человека. Для меня это казалось тогда сумасшедшие деньги. Но я их как-то аккумулировала, собирала и так далее. Там, ну. То есть я постоянно работала, постоянно. Такая бизнес-жилка с детства. Это же бизнес-жилка. Это, наверное, из-за того, что денег не было. Потому что родители не могли позволить себе нам покупать уже мерседесы, как сейчас, айфоны и так далее, как мы детей балуем, да? Просто не было. Они, например, собирали всю жизнь, мама все время работала, чтобы купить на 2 визиты там квартиру и машину, и на это собирала. Папа там на какие-то продукты, вещи. То есть не было такого, что Марина, Настя, пойди там, купи все. Нет. Вы это... одна в семье? Я одна в семье, да. В какой школе навчалась? В четвертой. Який це був період? Хороший період. В школі я училась, кстати, з Ірочкою Мурованою. От хочу сказати, за Іру Мурованою, вот я, она для мене завжди була приміром. Почему? Потому что она вела какие-то программы, линейки и так далее. Я была всегда старостой. Тоже в нашей тусовке еще Костя Твердохлеб был. Да, активисты такие. Вот по жизни мы как бы и общаемся, и все-таки больше. Костя потом работал у меня в спортивном зале тренером и так далее. То есть мы всегда были на виду, на слуху, и активную деятельность вела я со школы. То есть где-то собрать деньги, где-то организовать какие-то поездки, все это я. Поэтому оно пригодилось. Ще залишились друзі, подружки? Нет, у меня подружка одна, как бы друг, друзей не может быть много, да, вот искренне, с которыми дружишь, в горести, радости, бедный, богатый, она все равно тебя примет в любом случае. Мне от нее ничего не надо. И от нее... Тоже, я думаю, что от меня, вернее, ничего не надо. Ей это Наташа Яношек. Угу. Все как бы. А это все остальное – это знакомые. Ну, друг один у меня. А бывало таке, что подруга зрадила? Не, не было такого. Не было. Да, ну потому что я, в принципе, близко никого к себе не подпускаю. У меня самые близкие подружки сейчас. Вот Наташа и моих трое дочерей. Вот. И мне достаточно этой четверки. Нет, остальные все на расстоянии. Я даже с мужем говорю, Дима, если он там что-то мне такое скажет, давай без панибратских отношений, держи субординацию, то есть не позволяй себе. Мы ж, то, что мы муж и жена, это ж ни о чем не говорит, что ты можешь позволить себе то-то и то-то. То есть, а с друзьями тем более, со знакомыми. А что вы маете на увазе то-то и то-то? Ну, понимаете, просто близко подпускать, как правило. Ты потом можешь разочароваться в людях. То есть каждый человек – это личность. То есть наверняка есть какие-то границы. Мне нравятся вот европейцы в этом плане. В Кракове, опять же, приведу вам пример. Они никогда не зовут к себе в гости. Они общаются нейтрально. То есть, и они всегда в хороших отношениях. Вы, если идете в ресторан, вы отдельно платите. Нету такого прям сближения, что все, мы спим, едим вместе, потом кто-то кому-то там одолжил деньги, все рассорились, мы враги на всю жизнь. Нет, они дружат до конца своих дней, но они умеют вот эту золотая середина, дистанция. Mm-hmm. И это правильно, вот поверьте. У вас такая цікавая татуирование? Ничего особенного оно не несет, это просто мама говорит, вот тоже 16 лет, не делай этого. Мне когда говоришь, не делай, я это все-таки сделала, потом 25 раз пожалела, поэтому...
Так, и дети то же самое. Ничего, просто вот мне так захотелось. Пришла в тату-салон, они говорят, выберите это, выбираю это, и все. То же самое сейчас с детьми происходит. Моя старшая дочка Габриэлочка, мама, можно я сделаю татуировку? Для меня это вообще нож в сердце. Говорю, Габи, я жалею, не надо тебе. Она говорит, ну я там маленькая, все такое. Ну, в итоге, я говорю, не надо, но она уже пришла, говорит, все, я уже сделала. Уже с татуированием. Да, ну хорошо, что это на совсем невидном месте, совсем маленькая, действительно, потому что у одной моей подружки, не буду говорить, у кого такая прикольная ситуация, говорит, приходит моя дочка, а у нее волк с розой на пол ноги. А муж говорит, пожалуйста, пойди скажи ей, чтобы она в ванную пошла и смыла. Я говорю, в ванной, говорю, иди, пожалуйста, смой этого волка с розой. Она говорит, мам, это тату, это уже не смазь. Но это на пол ноги, понимаете? Так что хорошо, что это маленькие. Лучше дети пускай не делают татуировки, потому что, ну, я считаю, самое красивое тело – это без ничего, чистое, которое нам Бог дал. Вот и все. Перебиты? Не хочете? Да нет, потому что у меня кожа такая, видите, пигментированная в веснушечку. И тогда мне сказали, что если мы перебьем, будет видно только белым светом. То есть у меня на моей коже не получится. Но это надо было раньше думать. У вас чоловік, троє діток, так? Ваша підтримка. Як ви з чоловіком познайомились? Як знайшли? Нас познайомив друг Саша Воронов. Угу. Он говорит, Дима работал в Киеве на Артемиде, занимался водкой. И он говорит, Дима, приезжай, я для тебя жену нашел, пошутил просто. Я хочу тебя познакомить. Я просто дружила с его теперешней женой. Угу. И Дима приехал через два дня, мы познакомились. Повстречались буквально там месяца полтора-два, наверное. Ну, я, естественно, улетела в Швейцарию, потом он звонил, писал и так далее и тому подобное. Не прекращалось у нас эти отношения. Я приехала и вот напророчил Саша Воронов. Це другий шлюб чи перший? Это первый. Перший и шлюб. И все дети, да, от Димы. Это первый. Скільки, и единственный. Скільки мы 20 років? Лет уже вместе, да. 20 лет. Як змінились відносини від початку? Ну, ви розумієте, спочатку, в початку нашого пути ми більше притиралися друг до другу, більше були якісь конфлікти. Но не у нас лично з ним, а коли почали рости дітей, у нас були різні взгляди на воспитання просто. Підходи. Да, підходи. Я більш така, там, моя Габріела, наприклад, мама, я не піду в школу. Ну, хорошо, ложись, будемо спати, не йдемо в школу. Він говорить, ти з ума сошла, ребенку треба вчитися, давайте. На гімнастику. Габріела, наприклад, дійшло до того, що він дуже спортивний. У них сім'я така, папа, мама, я спортивна сім'я, ви, мабуть, не пам'ятаєте, ви моложе мене. Вони виігрували в Москві, в Санкт-Петербургі. Я коли зайшла до нього домой в п'ятикомнатну квартиру, двойняшки, вони вчились у Короткова, у них віддельно там зеркала, станки, вони розтягувались. Він говорить, нас папа кожне утро виводив за дев'ятиэтажку, ми всі з мамою розминались, мама плакала. І він так же в нашій дисципліні, це кожен день, говорить, це можна було з ума сойти. Вони всі спортивні, потягнуті. І Габріела, вона не хоче йти на гімнастику, хоча вона досягала хороших результатів, перші місця. Ну, уже до того, что дошло, что мы стоим на остановке, она держится за трубу, а он ее за ноги тащит, ну, в маршрутку, например, потому что у нас не было еще одной машины, и едем на гимнастику. Говорю, не, ну, это уже перебор, все, Дима. И вот мы, например, на этой почве как-то конфликтовали. А что касается личных отношений или там бизнеса, никогда. То есть мы даже не ругаемся. Мы спокойно обсудили, обговорили. Максимум можем две недели не разговаривать. Ну, это сам максимум, две недели. А так нету громких ссор итальянских, такого нету. Чем он занимается? Ну, на данный момент он все время в строительстве. Он постоянно и этот отель строил, и какие-то двухэтажки, трехэтажки, наши дома, потому что он еще занимается продажей, строит и продает. На данный момент он ждет контракт и выезжает в Канаду. До конца июля должно быть это все на руках, и он хочет побыть там. Да. Я знаю, что вы планували переезд до Кракова, так? Да. На какой стадии сейчас? Да нет, мы же там жили уже. Подождите, мы уже вернулись. У вас уже запоздала информация. Нет. Вообще, получилось это спонтанно, как все в нашей жизни. Почему бы и нет? Освітній простір. Есть такая фирма в Киеве, которая предложила Изабелле, моей дочери, написать эссе на английском языке. И если она хорошо напишет, она пройдет и получится уже в Швейцарии. Потому что я постоянно рассказываю, она говорит, я хочу. Я говорю, ну хорошо, попробуй свои силы. А о чем они писали? Дети 14-летние писали о том, как бы вы смогли изменить Украину, что бы вы смогли донести детям с других стран. Потому что в этот лагерь в Швейцарии, Траген, город, приезжали 4 страны. То есть были коренные швейцарцы, 40 человек, 40 человек украинцев, македонцы и поляки. И их рандомно соединяли, и они делились опытом, чтобы они поменяли, как бы они прошли период подростковый такой, чтобы, ну, никуда в плохое дело. Обмен досвидом. Она написала сама, потом, дабы проверить ее, что это не родители написали,
Была конференция по скайпу. Она все ответила на все вопросы. Мы подождали. Все, они говорят, она на месяц, это было в апреле месяце, или на полтора, я не помню, уезжает в Траген. Она нам подошла, и у нее были такие впечатления просто. Она говорит, мама, это другой мир. Потому что преподают там немножечко по-другому. Детей рассаживают просто на овальное кресло. Они общались только на английском языке, с разных стран. Они очень сдружились. У каждого страны был свой двухэтажный дом. Внизу место для развлечения тинейджеров. Класс. Ну, короче, было вау-супер. И они их возили бесплатно по всей Швейцарии. Они им давали деньги просто на мелкие расходы. Питание, все такое. Это было все включено. И даже она говорит, мама, мне так поразило. Я заболела. И девочки, там человек 10, ну, грипп элементарный. И мы такие испугались, что будет, вяжешь, нету, все такое. Их повели к врачу. Врач говорит, всем девочкам наборы лореалевские, помады, туши и так далее, упаковки, только не переживайте, все с вами хорошо. То есть к нам до такой степени хорошее было отношение, я была в шоке. На уроке, говорит, учитель нам выдал подушки, говорит, так, ляжьте, мне надо, чтобы вы там раскрыли какую-то тему. А я, говорит, заснула, у меня прям слюна с рта потекла. И потом, когда он, Изабелла Колесник, чтобы я отвечала, а я поняла, что я сплю, я так к вам испугалась, он говорит, Изочка, все хорошо, спи, спи. То есть ей подход такой, что на нее никто не кричит, никто не обижает, не было стрессовой ситуации. Она говорит, мама, я бы хотела учиться в Европе. Куда мы можем поехать? Я говорю, слушай, Иза, ну в Швейцарии, честно, очень дорого. Я не могу тебе позволить 1000 франков, получается, в месяц и на проживание 1000. Где же ты будешь жить? То есть, ну нет у меня таких, у меня еще свои обязательства. Я говорю, ну давай посмотрим Краков. Хорошо. Она поступает в этот Краков на экономический. Но нам говорит, хорошо, прекрасно, но так как мы ее раньше на год сдали в школу, мы опекуна ей не дадим. Вы должны быть как опекуны, едьте с ней, потому что... А она же уже поступила, и как бы процесс уже запущен. Поехали мы в этот Краков, посмотрели, выбрали жилье в центре. Ну, в принципе, все там просто-просто. Первое то, что рядом, цены практически как у нас. Мы просто сдали свою квартиру за такую же цену, потому что у нас большая, 160 квадратов. Переехали туда, перевезли свою собаку, вещи, и вот начали себе жить. То есть у нас легко это пошло. Чем вы там занимались? Я не сидела без дела, я работала в Keller Williams Prime. Это компания, которая занимается недвижимостью крупной. Опять же, то, что я знаю, она связана с отелями. Отельный бизнес, то есть инвесторы были ательеры, кстати, украинские тоже наши, но не могу озвучивать вам. И они снимали отели. Вот хочу вам сказать, по ценам в Кракове цена в месяц съема от 40 тысяч евро до 70 тысяч евро снять отель. Отель от 1000 квадратов до 2000 квадратов. И мы искали помещение для наших клиентов. Ну, это нежилое. Много познакомилась, конечно же, коммуникабельное с людьми. Вплоть до того, что, может быть, вы знаете, в Умане парк Потоцкого. Да? С его предками, с Яном Потоцким. Класс. Контакт. У Яна этого Потоцкого в самом центре помещение, там, где на площади рынок, Starbucks. Он там же и живет. На третьем этаже его жена, его мама и двое деток маленьких. И последний этаж он сдавал 800 квадратов, выслал план, все такое. Ну, хочу вам сказать, что очень простой человек. Постоянно мы с ним раз пять встречались. Одна рубашка, затертые штаны и старый Range Rover. И также жена ходит и так далее. То есть показатели богатства совершенно другие. Нету каких-то суперкрутых вертолетах, там другой менталитет. Mm-hmm. У него есть деньги, но он их не показывает. Он старается быть скромнее для того, чтобы не привлекать на себя внимание. Хотя, когда мы приходили, у него там на втором этаже царские хоромы. С правой стороны у них кинотеатр, а слева такой холл, так красиво, вот окна в раза 4 выше, чем ваши. Обслуга его, которая обслуживает его, и мы с ним разговариваем. И он жаловался. Думаю, боже, ну если уже по-тоски Ян жаловаться. Он говорит, вы знаете, у нас, говорит, очень тяжелая судьба, говорит. Моего папу считают в Кракове, все, папу не видела, не знаю, сумасшедшим. Папа уже взрослый, ну, потомок Потоцкого. А я говорю, а почему? Он говорит, потому что он всю свою жизнь отслуживает в Австрии, в Польше, в Германии. То, что у нас отобрали. Ну вот мы какую-то часть отобрали. В Украине нет, конечно, никогда они не забьют. Но меньше с тем, 60%. А сейчас, говорит, когда его все это уничтожали годами, правительство наложило на нас обязательство это все восстановить. А у нас нету таких даже денег. Мы говорим, что вы ж убивали это сколько лет, и вы нас сейчас за это штрафуете. Поновлювати вони повинні. Да, поэтому, говорит, мне очень тяжело. И помогите сдать там 800 квадратов, последний этаж. То есть на самом деле не все так, как нам кажется. А человек чем займався? Чей? Ваш. Господи, я уже за Потоцкого думаю. Сори. Ну, то же самое, строительная компания, он набрал людей, и есть
стройки, на которых они там, получается, брали подряды угу. и работали. Угу. Тем же, все тем же. Да. Дмитро, який він батько? Ой, он самый лучший в мире отец. Слушай, я не знаю никого лучше, чем он, потому что такой, как он заботливый. Вот с самого детства я даже не мечтала. Я у Бога просила, чтобы у меня был хороший муж и любил своих детей, но не до такой степени. Кстати, расскажу вам, забегая наперед, что Габриэла, Изабелла и Ивана, мы когда вот с ним познакомились, и он меня там провожал в аэропорт, и он говорит, ну ладно, если бы у нас были дети, как бы ты назвала? Я говорю, если будут девочки, договоримся, чтобы мы сразу не ссорились. Называю я. У меня Габриэла, Изабелла, Ивана. Если мальчики, называешь ты там Давид, Назар, еще как-то. Хорошо. И тут вот эта девочка за девочкой, он говорит, не, ну это же несправедливо, говорит. И я говорю, только так и никак. Как иначе. Вот. Дима самый лучший папа, это 100%. Он ними занимался постоянно, спорт, школа, потому что я в период беременности с одной в другую, в третью, четвертую, ну, четвертую, ой, сейчас еще на карту, в третью. Так что и семейный очаг, там, я не знаю, что кушать, приготовить, убирать, то Дима постоянно смотрел за детьми. Везде, за четверту вагітність обмовились. Представляете? То може вже чекати. Хто його знає? Може вже хлопчик. Не знаю, хто його знає. А чому такі от досить такі гарні імена обрали? Незвичні для наших. Ні, тому що я коли жила в Швейцарії, просто я розраховувала, що я там все-таки останусь жити. І присматривалась, от які там популярні імена. От такі. Мені вони більше всього понравились, і тому назвала дівчаток. Пам'ятаєте, як вперше завагітніли? Скільки вам було років? 25. Все було осознанно, да. Тому що я завжди і дітям говорю, і сама, нужно уже рожать детей, когда ты уже сам созрел для этого. Ты можешь что-то им дать. Поэтому я уже хотела детей. Вот поэтому мы с Димой... Он сначала, я когда сказала, я беременна, он такой в шоке. Он же мне не предложил ничего делать. Я подумаю. Я говорю, ну ты можешь думать. Я говорю, ну я буду рожать по-любому. Он побежал, купил, как сейчас помню, 13 разных роз. Я говорю, тебе кто-то подсказал такие розы капитализации? А я сам. И предложение быстро. И вот так вот. Це правда, що у жінки життя ділиться на до і після вагітності? Яким ваше життя було до і от після? Я думаю, що, возможно, беззаботная жизнь просто така. Ти не думаєш ні о чому, даже ні о своєму здоров'ї, ні о чому. Ні о завтрашнім дні, як-то легкость така. Як буде, так і буде. А тут ти несеш просто відповідальність. І ти вже постійно в такій стадії... А что будет завтра, а как помочь, а что, может, что ты можешь дать и так далее. То есть ты уже просто не расслабляешься, нету такого. Потому что раньше я переживала только за себя, а сейчас переживаю за детей. Вот как они, куда они пошли. Они этого, конечно, не очень сейчас понимают. Был такой период, наверное, пару месяцев еще назад, Габриэла и Изабелла, они обе подростки, 18 и 16 лет. И мы у них что-то спрашиваем, просто мы волнуемся, куда вы пошли, что с вами, для того, чтобы вы вернулись живы и здоровы домой. Они перестали как-то с нами общаться, мама не спрашивает, зачем оно тебе надо, не звони, так как-то от нас ограждались. Да, но сейчас я поняла, что они не моя собственность, они уже личности, и им уже нужно их отпускать, я их очень люблю, но нужно найти в себе силы, их просто отпустить, что они у меня хорошие девочки, умненькие и ответственные, поэтому... И хочу сказать, что нужно показывать все на своем примере, например, что я имею в виду. Вот боишься, если что твой ребенок будет пить, курить, ну ты сам не пей, не кури, например, мы не пьем и не курим, для того, чтобы им показать, что не надо этого делать, это плохо, это нас уничтожает. Но если ты не хочешь, чтобы они были там, наркоманы и так далее, тут уже не дело, не показывай или на своем опыте только. Марина, де и якою вы бачите через 5 років свою семью? Смотрите, я не могу так сказать от себя, потому что мы же семья, и это где мы видим с моим мужем, где мы бы хотели, потому что мы вместе, мы партнеры. Он очень хочет переехать в Канаду, в Ванкувер этот. Я ему дам такой шанс переехать, попробовать, потому что если он не попробует, он будет всю жизнь винить меня, что вот ты мне не дал такую возможность. Он себя там хочет реализовать. Вот мы попробуем переехать, и через 5 лет, возможно, пригласим вас в гості, ви будете брати інтерв'ю там. Я буду дуже рада. Да. Бліц. Да. Готові? Країна, де б хотіли провести старість, вже відповіли. З якою столицею світу ви себе порівнюєте? Можна сказати, Краков. Який бізнес ще хочеться реалізувати? Школа, приватна. В гороскоп вірите? Да. Найважливіший подарунок у житті? Мої діти. Найдорожчий подарунок у житті? Rolex. Часи.
Яку туристичну агенцію краще обрати для вибору подорожі? Нашу, звісно. Ви щаслива зараз від того, що ви маєте? Сейчас, да. Я в кожному своєму етапі щаслива. І нужно уміти наслаждатися тим, що у тебе є. А що ви маєте? Я здорова. У мене троє дітей. У мене жива мама. У мене хороший муж. Ви знаєте, бізнес для мене – це не важливо. Він сьогодні є, а завтра його може не бути. Все може случитися. Взагалі, фінанси – це как бы двояко. Самое главное – духовное. Хочу вам сказать так, что даже когда мы были в Кракове, я за вами всеми крапивничанами так скучала, даже за вами. Там, за всеми. Я не буду перечислять, знаете почему? Потому что я вижу ваши лица, я с вами здороваюсь, общаюсь, подпитываюсь энергией. А там я себя чувствовала одиноко, потому что ты никому не нужен. Ты идешь, и просто пустые глаза, которые мы... То есть ты не станешь, не поговоришь, не поздоровишься, а это на самом деле так важно. Но когда ты это теряешь, ты это понимаешь. Все ж таки батьківщина, наши люди... Ничего не заменит. И так. Даже вот сейчас в преддверии того, что муж хочет, а я это делаю только для него, потому что я люблю наш Кропивницкий. Просто его люблю и обожаю. За то, что у нас спокойно. Мы часто видимся со своей семьей. У нас нет потери времени и расстояния. Самое дорогое это что? Время побыть побольше на этой земле с нашими родными и близкими. Я дуже вдячна, що ви завітали до нас в гості. Ці квіти для вас. Спасибо большое. Нехай реалізуються всі ваші плани, мрії. Нехай ваша сім'я буде щаслива. Діти оберуть свій шлях. І все буде добре. Спасибо за прекрасне інтерв'ю. Спасибо. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.